Hello, привет, дорогие друзья. Здравствуйте всем. Вчера мне спросили один человек. Ну, один человек спросил, расскажи мне, пожалуйста, как найти работу в Индонезии. Вот на этом видео я хотел сказать вам, что найти работу в Индонезии — это как, кому как. Кому как значит, что кому-то легко найти работу в Индонезии, кому-то нелегко. Допустим, как я. Мне, честно говоря, что мне очень трудно найти работу в Индонезии. А почему? Потому что вот так. Я не хочу подробно говорить, потому что очень больно. А почему? Почему мне очень больно, трудно, почему мне очень больно, потому что я чувствую, что или я думаю, что у меня есть какие-то, ну, новики, да, или как, skill по-английски, я не знаю, новики или как по-русски. Я могу говорить по-английски немножко, я говорю по арабский, и я тоже говорю чуть-чуть по-русски. Но меня или нигде меня не приняли на работу. Почему? Вот так. Я не знаю почему. Просто я сейчас могу опираться на своих ногах. Я создаю свой бизнес. Слава богу, что у меня до сих пор все хватает. Вот так. Я хочу рассказать вам, что два года назад я работал в Азербайджане. В Азербайджане, в Баку. Я работал в посольстве Индонезии в Баку. В Баку, в Республике Азербайджан. Когда я был там, я часто встречался с людьми, с бизнесменами, потом, бизнесменами, да, встречался с этими, с многими людьми. Потом, когда я был на транспорте, или в парке, или в торговом центре, там подошли ко мне люди и потом спрашивали: ты откуда? Я из Индонезии. Потом, как почему ты сюда попал и чем занимаетесь здесь? Я сказал, что я здесь работаю. Я не сказал, что я работаю в посольстве Индонезии. Потом они удивлялись и они спрашивали, как можно к вам в Индонезию поехать и как там жизнь, как там можно найти работу или нет. Вот так. Я потом думал, почему вот они интересуют поехать в Индонезию и там жить и найти работу там. Даже некоторые люди позвонили в посольство и спрашивали, как шанс, есть ли шанс найти работу в Индонезии. Вот так. И представляйтесь, я индонезиец, и потом там тоже много, немного, но там есть индонезийцы, более 100 индонезийцев там живут в Азербайджане, там они работают. Вы знаете, мы иностранцы, и мы работаем за границей, в другой стране, в Азербайджане, да. Почему вот эти люди, они хотели уехать из Азербайджана и найти работу в Индонезию? Мы, индонезийцы, работаем, например, я в посольстве, потом есть кто-то работает поваром, потом есть в отеле, в гостинице, и потом в этот нефть компании или oil and gas компании и другие.
shipyard, они делают корабль, вот так. И вы знаете, что индонезийцы тоже, они улетают или уезжают за границу, чтобы найти работу или чтобы зарабатывать. Например, они уезжают в Малайзию, потом они уезжают в Корею, они уезжают в Гонконг, в арабские страны, потом, ну да, вот в Америку, они там работают. Да, почему так я сказал, говорил? Потому что здесь индонезийцы, может быть, для работы нелегко. Нежелательно, не советую вы сюда приехать, вы потом найти работу. А как иностранник, который уже есть в Индонезии, потом и работает в Индонезии? Вот да, интересно, что у меня тоже есть друзья в интернете, в Ютубе, потом в Инстаграм или на Фейсбуке тоже. Они иностранные, русские тоже, они работают здесь, в Индонезии. Поскольку я знаю, из них кто-то футболист, потом кто-то муж работает в oil and gas company, или, ну, oil and gas company, вы знаете, да, я не знаю, как сказать по-русски. Потом вот жена, есть женщина, которая работает как модель, ну, я думаю, что она не просто пока муж работает в компании, и она это как фриланс фотомодель. Ну там, ну я признал, и я слышал, что молодежи здесь работают как фотомодель, потому что красивые и, ну, как спортивные фигуры и вот так далее. Они могут так здесь работать как фотомодель или актрис, или актер. Они могут здесь работать. И потом oil and gas company, фотомодель и посольство, может быть, кто-то работает в посольстве, или IT, технологии, как кто знает, или если вы знаете хорошо компьютер или технологии, или вот так, вы тоже можете сюда приехать и работать. Но сначала вы ищете работу в российской компании, которая уже много бренч, в том числе, может быть, есть в Индонезии, потом вы сюда, вот эта компания отправляет. Или в Индонезии, или в Индонезию, или в Малайзию. Вот так что я могу рассказать вам про жизнь в Индонезии. Некоторые люди, мои друзья, тоже работают на Бали как турист, как агент, travel agent, или, ну да, вот так, или учитель, или преподаватель тоже есть, он из Туркменистана, он преподает этот турецкий язык в одном университете недалеко от моего города. И все. Вот так. Ну, всем нам удачи. Пока-пока.